Мы продолжаем подготовку к праздничному столу, и сейчас мы готовим салат. Называется с кириешками. Я не знаю, как он называется, но я Ну, очень быстрый и очень простой, да, но безумно вкусный. Да, кстати, вообще, салат пятиминутка. Безумно вкусный. Он вкусный. Я не знаю, на самом деле. Но мы его называем салат кириешки. Да. Почему? Потому что сюда добавляются кириешки. А так я не знаю. Я его попробовала когда-то на одном дне рождения. Мне очень понравился. Первое, что я выкладываю, это сайра. Сайра любая, которую вы найдете в магазине. Но только сайра. Сайра, да. Потому что мы вкус... пробовали, да. кстати, с другой рыбы. Да. Не понравилось. Невкусно получается. Нужно без жидкости мы вываливаем ее сюда. Мы с чем пробовали? Мы брали сельдь. Кажется. Нет, потом горбушу брали. Горбушу. Невкусно вообще. Сайра, она все-таки сочная. И начинаем разминать вилкой. Так вот. Размяли произвольно. Все. Берем кукуруза тоже. Какая найдется у вас в магазине. Может, у кого-то дома уже хранится. И банку прям высыпаем. Я пока сначала она делается слоями, потом перемешивается. Потом берем 2 яйца, я уже накрошила. И... Так. Потом берется у нас сегодня 1 помидорка. Я ее нарезала произвольно. Кто-то кубиками режет, кто как. У меня вот такими кусочками. Угу. Так, вот я все теперь перемешиваю, чтобы у нас пропиталась сайра, кукуруза, яйца и помидорка, пропитались все вместе. И помидорка, чтобы дала сок. Сюда еще ложится майонез. Но майонез мы будем подавать, уже ложить перед гостями, да. перед подачей. Кириешки. Кириешки берете любые, какие, кому какие нравятся. Я беру или с беконом, или что-то с рыбой связано. Это. Сюда, если маленькие пакетики, то 2. Если большой пакет, то 1. Пакет кириешек, майонез, посолили по вкусу и подачи. Вот. Все, и подали на стол. Да. Вот такой вот салат. Быстрый, 5-минутка с кириешками. Ну, очень вкусно. Всем приятного аппетита.